Дальневосточный технический колледж в Уссурийске стал одной из площадок проведения регионального чемпионата по профессиональному мастерству. Свои навыки перед экспертами краевых предприятий демонстрируют студенты 6 колледжей 4 муниципалитетов Приморского края. Чемпионат проходит по 5 компетенциям – сухое строительство, штукатурные работы, геопространственные технологии, малярные, декоративные работы, облицовка плиткой и так далее. В течение этой недели участвует 42 конкурсанта из 6 колледжей Приморского края. Кроме этого, у нас есть школьники, которые тоже принимают участие в конкурсных мероприятиях. Победители нашего конкурса получают право трудоустройства на предприятиях города и края. У конкурсантов есть не только большой потенциал и необходимые в работе навыки, но и желание развиваться в выбранных профессиях. Именно поэтому студенты не один год проверяют себя в подобных конкурсах. Этот конкурс позволяет мало того, что путешествовать для нашего возраста, это я считаю очень важно, так еще и, получается, дают приоритеты поступления в разные учебные заведения уже с этой направленностью. На самом деле, самое первое, чем стало проще, это волнение. В прошлом году было намного более волнительно, чем в этом. Участники нескольких направлений уже успели получить свои призы, но конечные результаты и возможное приглашение на работу будут определены 9 апреля. Анна Дьякова, новости на 8.